Деньги? Деньги – это такой предмет, чем платить. Деньги, знаю. Это кто отдает сдачу, если кто-то хочет купить что-то. Деньги для того, чтобы что-нибудь покупать за них. Ну, когда там купил уже еду, вот от кошелька достаешь, там 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей. А если что-то ты хочешь выбрать, то тогда это бесплатно или бесплатно? Все за деньги, ничего нет не за денег. Деньги бывают круглые, а вот это мелочь. А сдача, это она такая квадратная там. Деньги, они бывают бумажные. Наверное, из ткани. Из дерева. А я из бумаги один раз делала. Берут бумагу и печатают на компьютере. Ну, можно взять лист бумаги, взять или фломастер, или краску, или там, ну, карандаши. Краской нельзя нарисовать, потому что она будет растекаться. Вот я вылезаю деньги такие бумажные. Отрезать листочек бумаги и нарисовать, чем-то это деньги обозначает. Может, 100 тысяч, может, 5 рублей. Самому денежку нельзя сделать, настоящую. Мне мама дает деньги за то, что я духи продаю, как и мама. У меня 200 тысяч. Вот, то есть 1200. Мне мама с папой разрешают его брать. И у меня свой кошелек есть. У меня еще нету. У меня тоже. Они очень маленькие, вот такие, которые нельзя ничего купить. Я думаю, что надо свои зубки кому-нибудь отдать, например, феи, чтобы заработать их. А кто тратит больше всех? Мама, потому что она покупает нам ужин, и обед, и завтрак. Папа. Почему? Потому что он главный. Он всегда хочу колу, и сходил в магазин, и опять деньги потратил. Папа. Потому что у него больше денег, а у мамы мало денег. И он на это покупает еду, потому что у нас всегда почему-то мало еды. Надо и все копить и копить, пока не наберется 100 миллиардов тысяч. Можно взять коробочку пустую. Если ты где-нибудь нашел или заработал монетку, то можно туда класть. Так будет много-много. А сколько вот тебе нужно денег? 100 тысяч. Почему? На это можно купить машину или дом. Мне? 12 тысяч. Где-нибудь не больше миллиона. Летать всякие пляжи за деньги, на самолете, да. Туда-обратно. Такие места хорошие. А если у тебя будет больше денег, это хорошо будет или плохо? Плохо, потому что в жизни уже ничего не надо и будет скучно.